Очень удивительное создание эти нимфеи, или водяные лилии, как их еще называют. Летом в солнечную ясную погоду нимфеи раскрывают свои бутончики ровно в 10-9 часов утра, а в 3 часа дня уже закрывают, даже если на небе нет тучек и солнце стоит еще высоко. Но если на небе появляются дождевые тучи, как сегодня, например, то нимфеи могут закрыться и в 2 часа дня или еще раньше. Вот как они боятся дождя и с уверенностью отличают простые тучи или облака от дождевых. Сегодня раскрылись новые свежие бутончики на нимфеях. Я собиралась их снять, как только освобожусь. Но вдруг около 2 часов дня набежали тучи и послышались раскаты грома. Но где-то далеко-далеко я успела дойти до пруда и снять своих красавиц, когда цветы нимфей были уже полузакрытыми. Вот, видите, цветочки уже почти закрылись. Это черная принцесса. Зато зимой нимфеи ничего не боятся. Спокойненько зимуют на мелководье под слоем льда и снега, даже в 30-градусные морозы. Мелководьем считается, вот я считаю свои терраски глубиной 60 сантиметров и 35 сантиметров. И даже на такой глубине они спокойно зимуют и не замерзают. Дождь и гроза в летнее время очень, зато нравятся рыбкам в пруду и лягушкам. Рыбки начинают резвиться в воде и снуют туда-сюда, а лягушки начинают радостно и громко квакать. Устраивают неповторимые, такие красивые лягушачьи концерты. Вот какая радость у меня появилась 2 года назад. Мой прудик с его обитателями. Всем большое спасибо за просмотр видео и за подписку на мой канал. Подписывайтесь, кто не подписался. С вами была Тала Хукрянская.